Привет, ребята! Сегодня на обзоре у меня гостевой двор Дашуня. Самый бюджетный вариант отдыха, вторая линия и самые адекватные цены. Покажу вам территорию, комнаты, условия и расскажу детально, что и как. Поехали! Итак, вот такая вот территория. Смотрите. Данный гостевой дом находится от моря 15 минут ходьбы, 5 минут до лимана и до летнего рынка Суперсам морской и вообще где-то 20 минут ходьбы. Такие вот условия. Сейчас покажу первую комнату. Вот. Две кровати, тумбочка. Все простенько, бюджетненько и уютно. Так, вторая комната. Это уже на троих. Тоже тумбочка, зеркало и три кровати. Это самый бюджетный вариант отдыха, ребята. Сейчас назову цены какие. И тоже все троечка классическая. Здесь это все такое же подобное. Здесь у нас терраса для того, чтобы покушать. Парковка, кстати говоря, бесплатная на территории. И вот такая вот кухня. Общее. Сейчас еще покажу часть территории. Цены на данный момент 120 гривен человека. В пик сезона это июль-август, где-то будет 150-180 гривен. Ну, это будете звонить уже, договориться с хозяйкой. Место для парковки. Такой вот дворик. Здесь вы можете ручки помыть. Вот в кадре, как обычно, я. Бойлер. Ножки помыть. Душик. И вот такие вот туалеты. Цивильные городские туалеты. Все чистенько, убрано. Зелени хватает на территории. Повторюсь, цены. На данный момент человека 120 гривен. Возможно, немножко подороже. Будет в июле и в августе. А так все согласуйте по телефону в описании под видео. Надеюсь, вам понравился данный обзор. Подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего настроения. Всем пока.